Знаете, у меня работу. Что вот вызывает даже точное слово, наверное, раздражение, это будет неправильное слово, на какое-то недоумение, может быть, когда актрисы такие, как вот вы, то есть получившие популярность, известность за счет телевизионного сериала, ну такую вот узнаваемость, да. Считаете нужным проговорить, что вообще это низкий жанр, что, в общем, вы телевидение. Ну, в вашем интервью это было, что вот на самом деле вы человек театра, вам нравится быть в театре, а вам просто нужны были, мне нужны были деньги. Не-не-не, там на самом деле вот каждый раз, даже вчера я вот давала интервью, и каждый раз меня как бы направляют в ту сторону, а я каждый раз говорю о том, что это была хорошая команда. Вы продаешь молодежь, да, говорим. Продаешь молодежь, мы говорим. И я каждый раз говорю, так это просто считают нужным мои коллеги вас подвести к этому. Как-то так поворачиваю, что я, наоборот, защищаюсь. Недаром я употребил слово раздражение. Теперь понятно, что кому оно должно быть адресовано, моим коллегам. Там была хорошая команда людей творческих, у которых я очень многому научилась. Эти люди знают о юморе все. Это был безусловный взаимообмен, потому что у меня было актерское классическое образование, и они учились у меня этому, я у них юмору. Если этому можно. Юмору можно научиться. Да, вы знаете, там какие-то репризы, и все это просчитывается. Это есть. Ну, все равно в каждом искусстве есть определенная структурированная основа. Все равно это на чем-то основано. И я не могу сказать, да, я заработала деньги, но я не могу сказать, что я туда пошла из-за денег. Ну, как-то я вообще там, где творчество, где люди хорошие, где что-то мутится, где есть вот этот какой-то... можно импровизировать, не знаю, там мне хорошо. Мне нехорошо, если там 250 серий, и мы уже ненавидим друг друга, ненавидим работу, то, что мы делаем, ненавидим зрителя, вот это вот все. Вот это не мое все, нафиг. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».